Открываем. Единственное, когда коробки открываешь, они здесь очень быстро открываются. О, 7 дней премиума, лав хотел, все получил. Ты ж золото! А ты говоришь, откуда у тебя, откуда? Коробки надо профессионально открывать, понятно? Вот так вот, по фэншую. 5000 золота просто взял. Так что все, все нормально. Играю, буду иногда что-нибудь там открывать. Спасибо, Блиц. С первой коробки сразу порадовал. Вот тебе премиальные дни на 8 танков почти. Вот тебе 5000 золота, играй. Не-не, все. Ну или давайте еще следующий. Ну, очень круто, очень мощно. Ладно, давайте открою еще коробку. Очень мощная первая коробка. 5000 золота, ребят. Ну, вы по следующей поймете, насколько нам мощно повезло. О, опять... Да, надо еще открывать. Танк получил. Танк получил. 1000 золота уже поскромнее, но зато черный ящик еще получили. А я хоть какие коробки-то хоть открываю? Контейнер, оставшийся контейнер. А я что-то хоть... Какие? Я даже не посмотрел, что за коробки решил открывать. Ну, давайте я легонько выйду сейчас сюда, посмотрим, что я открываю-то. А бомбический я открываю контейнер, оказывается. Поехали, третий. Бомбический третий контейнер. Ну, здесь поскромнее. Вот мы с вами увидели, да? То есть я почему и говорил, что нам повезло там. Ну, нам с двух коробок танк пришел. Ну, дней премиума насыпали больше, чем нужно. Так что все, шикарно. И золото теперь есть.